Жители Одинцовского округа могут самостоятельно определять участки строительства линий дорожного освещения. Соответствующее голосование продлится на портале «Добродел» до 10 марта. Сегодня ведется сбор предложений на 2021 год. Принять участие в голосовании могут пользователи, зарегистрированные на портале государственных услуг госуслуги.ру. Чтобы предложить место для строительства, необходимо указать точку на интерактивной карте, где отображаются все дороги Подмосковья. Участники, набравшие наибольшее количество предложений и комментариев, будут вынесены на последующее голосование.